да, там? Давай тебе просто вот так сделаем. Нет, я же хочу выйти, хочу видос прямо снять для Ромика. А, 6. Да, ярко. 12 лет прошло. 12 гребных лет, Тань! Мы, короче, френды, мы добрались до исторического места, особенно это видео понравилось тебе, Ромарио. Я наконец-таки доехал до этого места, здесь не был около 12 лет. Я подъехал к своему родному колледжу номер 56, не знаю, как он сейчас называется. Но, чувак, прошло гребаных 12 или даже 13 лет с того момента, как мы закончили это гребаное заведение. Еще появилась идея такая елку пересадить, да? Вот эта задница махнет, постоянно хочет сожрать мою елку. Пересаживать елочку. Короче, вспомнил, что есть удобрения, какашки в бутылке, они замерзли, пришлось, короче, горячей водой разводить. Я садовод, да, ребят. Так что сейчас мы сдобрим удобрение. Примем технику взрыхления, вилочку. Так, вода, масло растительное, рафинированное, дезодорированное, пальмовое и его фракции, вода, ароматизатор, натуральный сыр, сыртюжные сыры, безжиренное молоко, сухое масло, крестьянская соль, вода, стабилизатор, фосфат натрия, цитрит натрия, полифосфат, наполнитель сырной классика, вода, заменитель молочного жира, молоко сухое, безжиренное, стабилизаторы, саговый крахмал, полифосфат, полифосфат, молочный белок, соль, ароматизатор, сыр, регулятор кислотности, лимонная кислота, консервант, сорбат калия, натуральный краситель, экстракт лютеена, сахар, песок, комплексная пищевая добавка, арома чеснок с травами, мультидекстрин, усилитель вкуса, аромат Е621, соль, поваренная, специи, чеснок, укроп, петрушка, пшеничная мука, ароматизатор, дрожжи, меланж, соль, комплексная пищевая добавка, пшеничная мука, стабилизатор, карбонат какой-то херни, кальций, эмульгатор, антиокислитель, аскорбиновая кислота. Пиздец. Друзья, сегодня мне доверили самое главное. Сегодня я в кресле директора. Это мой новый кабинет, по крайней мере, на ближайшие минут 20. Трудовой пролетарий, ребят.